коллеги, я с удовольствием приглашаю Владимира Владимировича на трибуну. Уважаемые депутаты Государственной Думы, дорогие друзья, рад приветствовать вас и поздравить с началом работы Государственной Думы России 7-го созыва. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации, и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто, в честной, конкурентной борьбе. Ее результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Серьезно выросла роль Государственной Думы и как представительного органа власти. Половина мест в парламенте принадлежит депутатам, избранным напрямую жителями конкретных территорий, округов, регионов. В целом состав Государственной Думы заметно обновился. В него пришли представители общественных, профсоюзных, местных организаций. Убежден, в результате усилится обратная связь парламента с избирателями, с гражданским обществом, с регионами страны, а значит, возрастет и качество законотворческого процесса. Рассчитываю также, что Государственная Дума будет более предметно взаимодействовать со всеми, кто обладает правом законодательной инициативы, включая региональные парламенты. Активно использовать практику нулевых чтений, общественных слушаний, в том числе с участием представителей партий, не вошедших в парламент. Подчеркну,